На украинской мове, на русском языке проще. На русском. Да, это видео небольшое. Здесь представлены наши два руководителя от программы. От нашего университета это заведующая кафедрой, сейчас вы видите, Гавкалова Наталья Леонидовна, и профессор от нашего университета-партнера. Постараюсь кратко. В общем, в чем суть нашей программы? У нас разработан единый учебный план, и поэтому из трех семестров, два семестра студенты учатся в Украине, один семестр они учатся в Вильнюсе. Мова обучения, естественно, английская, все кредиты согласованы, и на основании этого наши студенты получают два диплома по публичному администрированию, один нашего университета и один европейского университета. Партнерская сторона, во-первых, предлагает, помимо обучения, естественно, они предоставляют кампус, жилье, и от студентов, получается, только требуется оплата контракта, это 1450 евро за весь курс, это, получается, обучение в Украине и в Вильнюсе. И, естественно, какие-то мелкие расходы на проживание. Кроме этого, два слова по дисциплинам. У нас основные дисциплины, которые учитаются и у нас, и там, это публичные финансы, коммуникации в публичном администрировании, технологии публичного администрирования, социальное развитие и так далее. Просто они у нас действительно тоже еще будут меняться, будет уточняться учебный план, конкретно что будем мы читать и что будут читать наши партнеры. В принципе, наверное, самое основное. Если еще какие-то вопросы есть, задавайте, тебе так будет проще. Да, сразу скажу, это наш стартовый проект, это наш первый двойной диплом на кафедре. Мы очень надеемся, что в этом году мы наберем наших первых студентов, и они успешно будут учиться и получат два диплома. Один наш, один европейского вуза.